Что мне делать? Хорошо я сыграл. Угу. Даже слишком. Я вот думаю, где же Кири тебя прятал все это время? Погоди, это же тут самурай сыграл впервые. Ах, какая ночь была! До сих пор легенды ходят. Звуком все окна повышибал. А еще с тех пор у нас тут правило. Голых клиентов не обслуживают. Есть специальное блюдо для фанатов самура. Ребрышки а-ля Сильверхэнд. Недешево, зато пальчики оближешь. Налей выпить. Большое спасибо. Удачи. Покажите, что у вас есть. И-ха! Момент, партнер. По делу. Нашел твой заказ на поиски Сведенборга Ривьеры. А, это? Ха, слушай, я уж про это и забыла. Ну так, еще актуально? Вообще-то да. Мне эта тема по-прежнему интересна. Найдешь хоть что-нибудь на этого Сведенборга? С меня черная икра и шампанское. Но вряд ли ты что-нибудь накопаешь. А ты сама что-нибудь накопала? Если вкратце, то нихера. А если более развернуто? Ну, Сведенборг Ривьера якобы не только экономист и радикальный философ, но и крутой нетренер. Мастер на все руки. А еще что известно? Слушай, это просто трата времени. Говорю тебе, он настоящий призрак. Не проверишь, не узнаешь. Надо же, сколько энтузиазма. Ну, раз тебя так распирает, попробуй. Я заинтересовалась этим год назад, когда последователь Сведенберга зашвырнул коктейль Молотова в отделение Гильберции. Пыталась хоть что-нибудь на него нарыть, но ничего не нашла. Как в стену долбиться. Наняла частного детектива, и это уже без толку. Пробовала отследить IP-адрес, связанный с аккаунтом. У него явно есть демоны, но все хвосты не подчистишь. Ого, я даже и не думала, что разговариваю с профи. Ну, конечно, я пробовала. Я отследила сигнал до Санто-Доминго. Но вот вычислить адрес не получилось. Там полно глушилок. Да ты и без меня знаешь. Спрашивала местных, обещала деньги за инфу. Галя, полный. У меня больше нет ответа. Все ясно. Отправь мне координаты последнего терминала, который переслал сигнал. Я посмотрю. В худшем случае потеряю час времени. В лучшем... кто знает. Ну, раз предлагаешь, давай. Ну, лучше ни на что, особо не рассчитывай. Хорошая охота. Thank you.
Дался тебе этот Сведен Херберг. Хочешь найти его и расспросить о смысле жизни? Ну так я тебе хоть сейчас скажу. Нет его, смысла этого. Особенно, когда в башке у тебя сидит клоун и все время подпездывает. Дай подумать в тишине. Ой, да ладно. Думать ты еще до меня бросил. Но, конечно, вали все на голоса в голове. Тихо, тихо. Надо осмотреться. Пиратский роутер. Думаешь, проделки нашего философа? Есть только один способ узнать. Совпадает с тем, что поймала Нэнси, и он уходит дальше в пустоши. Похоже, это прокси-сервер. Только не говори, что теперь мы собираемся Почему туда. Нет? Да потому что это все херня. Чувак срет людям в мозг, а они и рады. Его откровение — это уровень трудного подростка-бунтаря, но все на это ведутся. Разделение власти на три ветви подобно лоботомии для народной автономии. Блять, серьезно? Ну все ясно. Я понял. Ты просто ему завидуешь. Я завидую. Этому Сведен Херу ты совсем с башкой не дружишь. Ага. Его ведь слушают анархисты и бунтари. А твоя группа играла в вонючих засанных клубах для укуренных прыщавых подростков. Закрой рот. Нихуя ты не понимаешь. Докатись скатертью по жопе.
идет сюда и снова обрывается. Прикрываю! Там, у грузовика. Сведенбург умеет позаботиться о конфиденциальности. Знаешь, Ви, походу над тобой просто издеваются. Спорим, все эти точки на карте складываются в огромный философический хуй. Это мы еще посмотрим.
Ну, наконец-то. Надо же. И Найт-Сити может быть прекрасен. Достаточно отойти подальше. Сука. Дай угадаю. Очередной роутер? Похоже, моя гипотеза про хер не такая уж херовая. Сигнал ведет в другое место? Да. Слушай, а может это тоже своего рода послание от Светенборга? Жизнь — это движение. Нахер цель. Главное — путь к ней. Ну, в этом что-то есть. Господи, Ви, это же философия для убогих. Ты хоть одну книжку в жизни прочитал? Нет, не отвечай. Ничего не хочу об этом знать. И куда ведет очередной след? На курсы йоги? Или в тибетский монастырь? Нет, в парк аттракционов. Ого, вот это поворот.
свет обрывается здесь. То есть он где-то здесь прячется? Может быть. А может, придется идти к другому терминалу. Увидим. Странное местечко. Хотя в образ нашего героя отлично вписывается. В смысле? Этот парк аттракционов иллюстрирует ужасы капитализма? В смысле, что тут полно тупых развлечений для дебилов. Что такое? А это, кажись, и есть наш Сведенборг-Ривьера. Ну да, все на площадь. Великий пророк Найт-Сити говорит. Уржаться можно. Заводной философ. Дай-ка мне пару Эдди, посмотрим, что он еще скажет. Страстная лоббистка нагрянет, когда вы совсем не ждете развязки классовой борьбы. Успех есть расширение души. Как такое вообще возможно? Понятия не имею. Но ты подумай, как прекрасно. Сеть бурлит, обсуждая гениальные идеи марионетки, запертой в ящике. Спорят до хрипоты. Таскают друг друга за волосы, брызжут слюной. Ебануться. Но знаешь, что я тебе скажу? Ради такого даже не жалко 50 лет проторчать в чистилище. Надо заглянуть внутрь. Чутье подсказывает, кто-то там уже рылся. Смотри. Серьезно? Кто-то подцепил Сведенборга к сети. Думаешь, так чего ты ждешь? Давай выясним, какие там секреты спрятаны. Короче, если я правильно понимаю, этот автомат кто-то взломал, изменил программу, и теперь Оракул изрыгает анархические призывы вместо предсказаний. А еще его подключили к сети через систему маршрутизаторов, маскирующую источник сообщения. Блять, да это гениально. Интересно, чья работа? Хочу пожать руку этому умнику. Не получится. По двум причинам. Первая, этот человек не оставил следов. Вторая, ты мертв, Джонни. Да ведь и правда. Вечно я увлекусь и забуду. Слушай, Ви, не выключай его. Не беспокойся, Джонни.
Я не оставлю жителей Найт-Сити без философа. Ну что ж, тогда за здоровье Сведенборга Ривьеры. Долгих ему лет жизни. Средства производства должны принадлежать коллективу бессознательному. А, Ви, дай-ка угадаю. Звонишь сказать, что надоело биться башкой в закрытую дверь? Но не совсем. Мы кое-что нашли. Вы? А кто тебе помогал? А, да не. Это я себе, типа как государь-император. Короче, про Сведенборга. Это все розыгрыш. В смысле? Наш философ — это автоматический оракул, который генерирует случайные фразы из заумных слов. Кто-то подцепил его к сети. Теперь, небось, сидит и угорает. Обалдеть. Это даже круче, чем я думала. Спасибо, Ви. Дальше я сама. Деньги только что тебе отправила. Пока. У меня для тебя подарок! Нам тут всем пизда! Короче, нахуй! А! Пора тебя кончать!
Сейчас нет дома. Это Ви. Ага. То есть он приходил только на один раз? Прямо как та неверная жена, которая заявляется к тебе в тюрьму, чтобы успокоить свою совесть. А потом пропадает в неизвестном направлении. Что-то вроде того. Джонни бы 100% оценил метафору про тюрьму. Керри, у тебя что-то случилось? Есть работа. Я почему-то подумал, что тебе идеально подойдет. На углу Грей и Малагра. Рано утром. Там поговорим. Идет.
Давай.